Всем привет, дорогие мои. Сегодня Мариуполь вопит о помощи. Мариуполь в кольце уже очень много дней. Люди без электричества, тепла, света, без еды и воды. Дети умирают от холода и обезвоживания. В Мариуполе самые большие потери среди мирного населения. Около 2000 погибших, и это число можно будет подсчитать только после. Людей хоронят во дворах, в братских могилах. А сегодня расисты кинули бомбу на драматический театр, в бомбоубежище, в котором было огромное количество людей. Вход завалило, и никто не знает, есть ли там выжившие, и что самое страшное, их невозможно достать из-под завалов. Что же за нелюди, эти российские оккупанты? Мариуполь — это Донбасс, это русскоязычный город. Так кого они здесь защищают? От кого? Русские уничтожают русскоязычных? Такое впечатление, что российская армия творит зверства такого масштаба, чтобы в них трудно было поверить. Это реально трудно. Но это правда. Прекратите творить этот весь ужас с Мариуполем. Пожалуйста, весь мир, поддержи Украину. Весь мир, поддержи Мариуполь. Прекратите это зверство.